Хотя это очень жестоко, но мне хочется еще раз вас сказать, что риск операции очень большой. Выбора нет. Или делать операцию, или ребенок до 5-6 лет гибнет. Если бы мне не делали операцию, еще мне бы год-два жизни осталось. Владимир Иванович делал несколько сложнейших, очень опасных операций в течение дня. Ну, хирург от Бога. Ему сам Бог помогал в этом. Владимир Иванович Бураковский первый, который серьезно начал заниматься разработкой операции на детском сердце сразу же после рождения при обнаружении дефекта. Вот в чем его величие. Никто до этого не занимался. Обычная клиника, она не может исцелить детей, имеющих поражение сердечно-сосудистой системы, особенно митрального клапана. И вот тогда он понял, что здесь надо принципиально что-то новое делать, если вовремя вмешаться сразу же после рождения. И он стал этим заниматься. Знаний в области врожденных пороков сердца вообще было мало в то время. И только-только начинались операции у маленьких детей с условиями на открытом сердце, с условиями искусственного кровообращения. Технологически это были самые сложные хирургические вмешательства вообще в то время. В моей жизни Владимир Иванович Бураковский встретился в лице этого хирурга, мужественного человека, который творит все-таки чудеса. Придя в этот коллектив большой, который руководил Владимир Иванович, мне всегда говорили, вот как в спорте говорят, играет команда, у нее цель победить. А мы с вами все вместе играем победить смерть. И мы знали, вот эта цель наша победить смерть, подарить жизнь ребенку. Для меня все больные одинаковые, понимаете? Абсолютно все. Я все делаю каждому больному так, как я бы каждому сделал все. Понимаете, как своему ребенку. Ладно, договорились. Как его фамилия? Аргунов Сережа. Вообще, я его смотрел, он тяжелый ребенок. Меня зовут Сережа Аргунов. Мне 7 лет. Я живу в городе Волгограде. Я знаю, что там есть старая мельница, Мамаев курган, там есть вечный огонь. Меня зовут Сергей Аргунов, мне 40 лет, я кандидат технических наук, живу в Подмосковье, работаю в Москве. У меня двое детей, сыну 12 лет, дочке 2 года. Я сейчас смотрю фильм и вижу, насколько мой сын похож на меня в детстве. Благодаря Владимиру Ивановичу, он, собственно говоря, на меня и похож, потому что если бы не было Бураковского, не было бы у меня и сына. Мне в детстве не казалось, что это просто. Операция на открытом сердце, она всегда операция на открытом сердце. Когда бы ее ни делали, даже сейчас, при современных технологиях. В то время эта вот сердечная хирургия была в основном развита вот в Москве и в основном в нашем институте, в Бакулевке. И со всего Советского Союза приезжали больные, чтобы сделали им операцию. В этот период меня должны были в Саратове, где смертность составляла порядка 30% в местном центре. При подобных операциях в таком возрасте. Господь не один, а 10 раз поцеловал в темечко тем, что я попал. Что мне делали для операции действительно лучшие врачи Советского Союза. Бураковский был действительно мировой величиной. Идем по коридору,
вокруг него детишки, их называют синенькие, детки с сердечной недостаточностью. Они к нему бежали все. Каждый старался взять его за руку. И за ними наблюдал и давал команду, кого, когда, на операцию. Митрально-трикоспитальный порог. Третье положительное. Дьоринг, Бураковский. Вот эти операции, третьи операционные. Работал очень много, чтобы наша медицина продвинулась и приблизилась хотя бы к уровню вот этих американцев там и других хирургов, которые очень хорошо работают. И его можно поставить с ними на один уровень, если не выше, вот с Майклом Дебеки, например. Мало того, что человек был блестящим хирургом, он еще был и прекрасным организатором, который создал крупнейший, а ныне, я думаю, это крупнейший в Европе центр, Бабелевский центр, это один из самых крупных центров, безусловно. И, надо сказать, многие специалисты, которые работают сейчас самостоятельно, я думаю, они считают его своим учителем в этом плане. Я считаю его учителем не только потому, что он руководил моими двумя диссертационными работами. Самое важное, что мне удалось понять с помощью Владимира Ивановича как хирурга, как лидера большой команды, что кардиохирургия – это коллективная работа. Межжелудочковой перегородки, которая закрывает дефект межжелудочковой перегородки. Но ребенок, конечно, когда он подрастает и приходит к нам спустя 10-15 лет после операции, узнать их сложно. Это абсолютно нормальные люди, абсолютно нормальные дети, ничем от других не отличающиеся, кроме шрама на груди. Насколько вперед ушла медицина, насколько большой риск был тогда, когда все операции делали руками, когда нету ни роботов, ничего? Не только мы оперировали, мы складывали марлю. Перчатки отработанные мы мыли, сушили, смотрели, нет ли каких дырок, заклеивали эти перчатки. Видите, на каком уровне была наша советская медицина. Мы мыли всякие системы, вот, которые отсасывают там кровь, вот, нужно было. И банки у нас были майонезные, чтобы налить туда в одну банку спирта, в другую банку сулиму. У нас не было инструментария, даже вот этих ниток, которые зашивают, не было. Тех самых, которые подшивают сосуды. Понимаете, Владимир Иванович просто изобретатель. Он делал такие там, просто чудеса сделал. Для того, чтобы их сделать реальностью нашей практики, он использовал способных инженеров, предлагал, делал свои предложения по модификации какого-то инструментария. И он создал одну из первых, может быть, первую в нашей стране лабораторию математического моделирования в области, в кардиохирургической клинике. Вы
знаете, у нас есть поговорка, что медицина – это наука, медицина – это искусство, и медицина – это ремесло. Если вот меня спросить, хирурга, я считаю, что это в значительной степени искусство. Мы встретились волей судьбы. Конечно, это была судьба совершенно определенно. И я обратила внимание сразу на глаза. Глаза были необыкновенные и какие-то бесенки прыгали. В глазах он показался мне таким необычным и таким непохожим на всех остальных, что я сказала: это и будет мой муж. И так оно и получилось вскоре. Через 2-3 месяца мы уже поженились. В послевоенном Ленинграде мы жили очень тяжело. Первый наш Новый год, конечно, никогда нельзя забыть. У нас не было денег для того, чтобы купить какое-нибудь шампанское, а купить какую-то еду приличную. Соседка по квартире нам дала пирог с капустой, а другая соседка дала нам винегрет. Это был у нас первый год. Но он был счастлив все-таки. Потому что мы были вместе. Большую часть своей жизни он, конечно, отдавал работе. Я уехала рожать первого ребенка к своей маме в Сухуми. Она родилась 7-месячной, маленькой. И когда он приехал, вот мы выхаживали этого ребенка. А вторая наша доченька родилась уже через 5 лет. Уже мы жили прилично, более-менее. Владимир Иванович был адъюнктом военно-медицинской академии у Куприянова. И первый вопрос, который он и задал Владимиру Ивановичу, был: «Что вы сейчас читаете?» Он прощупывал человека. Интеллигентный ли человек, умный. И он его взял. Это было, конечно, очень, очень достойное такое место, куда не каждый мог попасть. В Москву его перевел Вишневский. Вишневский был очень большой хирург, великий хирург, очень большой человек. Почему от него уходили молодые и талантливые люди, я понять не могу. Но это было так. И Бураковский от него тоже ушел. Перешел в институт вот этот имени Бакулева. Вишневский очень любил крепкие русские слова и нецензурно выражаться. И Владимир Иванович этим тоже грешил. И он тоже очень на работе, очень многим тоже доставалось вот таким словцом. Но, вы понимаете, над всем этим, над всей этой обыденностью, над выпивками, над
кутежами, над вот этими нецензурными словами. Было что-то над ним. И вот это над был, очевидно, его необыкновенный талант. Талант во всем. Зная Владимира Ивановича уже как известного хирурга, я однажды его спросил: Владимир Иванович, с чего это началось? Как? И он историю рассказал. Все началось с баночки грибов. Когда я был врачом полковым, к моему очень уважаемому летчику, командиру звена, приехала мама и привезла баночку грибов. И, конечно, у нас была бутылочка. Вот. Зашел политработник и в ужасно грубой форме начал воспитывать командира звена. Я, говорит, возмутился, взял и чуть ли не физически выгнал замполита с этого помещения. Это было ужасное преступление. И Владимир Иванович вынужден был уйти из армии, пошел работать в клинику. И дальше в нем проснулись вот эти качества хирурга, как они сами говорят, от Бога. Первая моя встреча с ним, 65-й год, Международный конгресс авиации и космонавтики в Афинах. И летели мы одним самолетом все. Он был заметен в самолете. Он, Владимир Иванович, сидел впереди, красивая платиновая голова такая. И он плечами выделялся даже выше кресла стандартного. Он прилетел с докладом, как раз связанный с хирургической деятельностью на сердце. И оттуда у нас началась дружба. После этого конгресса он приглашал к себе в институт. У него была Пухова Зина. Это его личная операционная сестра. Он всегда говорил, как Зина Пухова скажет, так и будет. Для него это был авторитет. Она в операционном была хозяйка. И вот эта Зинаида Пухова, она ведала все атмосферы в операционной. Она держала эту атмосферу, чтобы все было на местах. Он очень ей доверял, очень доверял. Среди сестер я умолял бы Бога вообще, чтобы все сестры были бы такими, как Зина. Были с ним такие вот интуитивно очень хорошие отношения. И однажды он на операции мне говорит: ты знаешь, у нас с тобой интуиция между нами. Как вот у летчика Анастаса Микояна. И вот рассказывает, Анастас Иванович полетел в Мурманск. Был туман сильный, и тогда же авиация была на каком уровне. И он посадил на аэродроме самолет, а Анастас Иванович ему и говорит: как же тебе удалось это? А он ему говорит: а я жопой землю чувствую. Ну и, конечно, так и мы с тобой, интуиция у нас. И в итоге вот с 65-го года до 91-го года мы работали. Давление сколько? Венозное давление 150, артериальное давление 105. Нет, добавь. Скажите, когда можно пережимать? Мне пойдете? Ножницы, да-да-да. А мне пинцет, да, один.
Я смотрю на его руки, а они у него в руках, как в мои две руки. Он за 2 метра ростом, могучий человек. Я говорю: Владимир Иванович, а как же вы с митральным клапаном, там же пальчиками надо это делать, туда же не влезешь скальпелем. Как вы это все? Он говорит: ты знаешь, у меня такая высокая тактильная чувствительность, и мне кажется, что я вижу на экране вот это место, которое требует операции. Я это ощущаю пальчиками. А если бывало, где-то кровило эта зашитая ранка на сердце, то первое, что он делал, шов с прокладкой накладывал моментально. Все, никакого кровотечения. И он говорил: зашивайте. Понимаете? То есть, ну, у него как хирург от Бога. Ему сам Бог помогал в этом. Это был большой, красивый человек, большого роста, вот, очень мощный. Даже к своим годам, к 72 годам, он был очень красив собой, как мужчина, как хирург. Когда Владимир Иванович к вечеру выходил уже к своей машине, уезжая домой, садясь в нее, машина проседалась, и мы всегда из закона улыбались и всегда следили за тем моментом, когда он уезжал или приезжал в институт, то, что машина вставала на свое место. Он каждый день вставал 6:30 утра и шел, и был уже в клинике даже до прихода больных. Он обходил всех больных. Он все знал, что происходит в клинике. То есть я не прихожу как какой-то вот начальник, которому должны доложить все, что есть, а уже обхожу больных, которых я более-менее знаю, понимаете? И так рассказывал один больной мне, что когда он входил в палату и подходил к кровати, то становилось легче больному только от одного его присутствия. Вечером, опять же, он обязательно ходил в реанимацию и смотрел всех больных перед тем, как уехать. Если был тяжелый больной, говорил: если что, позвоните мне. И приезжал часто и ночью. Он очень любил охоту. Стоило лишь только позвонить: Владимир Иванович, если я организую охоту, вы поедете? Лёшенька, я сделаю все, если кто-то не будет умирать, как он говорит. Он перед охотой уже ездил на киевский рынок и сам покупал продукты. А ему вот это доставляло особое удовольствие – пройти по рынку и отобрать то, что ему очень нужно для своих друзей. Он очень любил своих товарищей, и чтобы угодить всем, он готовил сам прекрасно. Все друзья собирались вот здесь, за этим столом. Здесь был фейерверк остроумия, я бы сказала. Знаете, они рассказывали о своей молодости, вспоминали. У Владимира Ивановича столько было анекдотов и столько баек. Мы собирались, потому что там было хорошо, потому что там было весело. Хохотали и выходили, улетали на крыльях всегда после наших встреч. Он с юмором был человек.
В операционном блоке работал хирург по фамилии Заяц. И Владимир Иванович Бураковский во второй половине дня ему что-то нужно было узнать. И сделал звонок, раздался в операционный звонок. Ну, хирург Заяц взял трубку. Он ему так любезно говорит: извините, а кто у телефона? Он говорит: Заяц. Он тогда спокойно говорит: позови, пожалуйста, людей. И он говорит: хорошо. И было без комментариев, что это было, никто не обижался, это было с чувством юмора. Он помогал очень многим, и люди ему за это благодарны. То есть к нему шли со спокойной душой и со спокойным сердцем, что он именно человек, который может помочь тебе в какой-то ситуации. И он это делал. Владимир Иванович пресекал, когда брали деньги врачей. Он говорил, что приезжают люди из глубинки с больным ребенком, да еще нет денег, как же можно с них брать? И он отдавал им свои деньги часто и часто устраивал матерей работать нянечками так, чтобы они как-то, пока ребенок оперируется, они тоже что-то получали и как-то жили, как-то помогал. Он очень много помогал людям. Владимир Иванович Бураковский устроил маму работать нянечкой на время, когда я лежал в институте, поэтому мама была всегда со мной. Заслуга Владимира Ивановича в том, что детям в институте было комфортно. Им всегда помогали врачи, нянечки, медсестры. Благодаря тому, что была создана такая атмосфера, дети не боялись. Социалистического труда заслуженно стал также один из самых видных представителей советской медицины, крупнейший специалист в области сердечно-сосудистой хирургии, действительный член Академии медицинских наук СССР, профессор Владимир Иванович Бураковский. Он награжден за большие заслуги в развитии медицинской науки, народного образования и в связи с 60-летием. Поздравляю вас. Спасибо. Желаю вам всего самого лучшего. Спасибо. Разрешите меня сослужить? Пожалуйста. Дорогой Леонид Ильич, я выражаю огромную благодарность нашей партии, Политбюро, Президиуму Верховного Совета за такую высокую оценку моей работы. Большое-большое вам спасибо. Пожалуйста. Ну что, снимемся? Большое спасибо. Он не дрожал, чтобы ему дали Герой социалистического труда. Он не дрожал, чтобы ему дали орден Ленина. Он не дрожал, чтобы ему звезду и героя вручал лично Леонид Ильич Брежнев. Ему было все равно. Но когда он получал эти награды, он относился с очень большим уважением к ним. Но он никогда не кичился и никогда не носил их. Для него профессия, помощь человеку, любому человеку, была главной. Ему не нужно было куда-то выпячиваться на какие-то президиумы. Это он дико не любил. Владимир Иванович стоял над всей этой вот компанией, по своим моральным, по своим человеческим качествам и по своему таланту. Он спас десятки тысяч людей, приговоренных к смерти. Первое мое знакомство с Владимиром Ивановичем произошло в заочной форме. Я работал в Советском посольстве в Федеративной Республике Бразилия.
Я получил там обширный инфаркт. Пришла группа врачей бразильских и сказала: вам немедленно, сеньор канцелера, надо делать операцию. В Москве есть Владимир Бураковский. Он сделал мне операцию. Длилась она 7,5 часов. Операции по сложности самой высокой категории, самые опасные. И я всю жизнь Владимира Ивановича помню, потому что он практически мне дал вторую жизнь. Я был в безвыходном положении. Через 12 лет у меня повторилось все то же самое. В Австрии мне сделали операцию. Профессор Вольнер, знаменитый в Европе известный кардиохирург, сказал после того, как я пришел в себя, мне и моей жене: я не знаю, кто вам делал операцию первую, но знаю, что ее делал гений. У него очень много было связей с художниками, с писателями и со всеми такими выдающимися личностями. Я его знакомил с некоторыми, говорил о художниках, о каких-то новых художниках, которые появлялись. Это ведь все-таки были 70-е годы, как бы расцвет был такого неофициального искусства. Оно его очень интересовало. Официальное искусство у него вообще дома не висело. Его все-таки тянуло вот к этому таинственному, загадочному миру вот этих неофициальных художников. Вот этот путь поиска, дерзаний каких-то, конечно, сближало. Я бы не сказал, что он был таким коллекционером. Но то, что он любил искусство и серьезно любил, это, безусловно, так. Так же трудно, как и научить хирургии, так же трудно научить человека и живопись любить. Я знаю массу способных людей, которые намного умнее меня и намного образованнее, которые совершенно не принимают эти картины, которые у меня висят. Может, а для меня это отдых. Художник Зверев был очень популярен. Зверев сделал его портрет, возможно, и другие некоторые работы. Зверев был, безусловно, очень известным художником в Москве, свободным абсолютно человеком. Он был независим ни от кого, ни от чего. Вот этот тип человека, тип такого свободного, совершенно свободного человека, он его очень интересовал. Владимир Иванович, он, видимо, был связан с литературными какими-то кругами. И однажды он меня спросил: Зин, ты читал что-нибудь Гумилева? Я говорю: нет, но он же запрещенный. Ну, я тебе дам. И он мне принес такую книжечку небольшую, видимо, самую издательскую, «Стихи Гумилева». Ксерокопированную. Он просил меня познакомить со Свешниковым. А Свешников, у него смерть играет такую важную роль в его искусстве. И вот этот пограничный такой момент, он очень был как-то тяжело отозвался у Бураковского. Вышли, он так вздохнул и говорит, что я это каждый день вижу в морге. Потому что у меня было в жизни вот так вот, 2-3 больных подряд умирают. Я прямо как на казнь иду на следующую операцию.
какой-то невероятной пустоты, я бы сказал, и, ну, беспомощности, я бы так сказал. И это чувство совершенно не притупляется. Наоборот, я вам скажу, раньше, в более молодые годы, как-то все выходило наружу, понимаете? И легче вроде внутри было. А сейчас меньше выходит наружу, а внутри остаются более тяжелые переживания. Он был материалистом, с одной стороны. С другой стороны, у него была какая-то вера во Всевышнего. Потому что он говорил, что простит ли мне Бог, что я вот так вмешиваюсь в сердце больного человека. Иногда мне удается его вернуть к жизни. Он мечтал о новом институте очень. Землю достать было трудно. И вот когда пришел Ельцин и все это увидел, он как-то расположился к Владимиру Ивановичу. И, в общем, ему выделили эту землю. И вы заметили, что здание, в общем, необычное, да? Необычной такой больницы. Это он сам нарисовал то, что он хотел. Так что там в архитектуре есть и его мысли в том, как выглядит сейчас институт. Мы ездили туда и смотрели, как продвигается строительство, как надстраиваются этажи. Ходили по этим сваям. Он видел свой кабинет уже в будущем. Но он говорил, я, очевидно, не доживу все-таки до окончания. Потому что он уже чувствовал себя больным. У него была тяжелая болезнь, рак. Вот, и он в самом разгаре строительства, он умер. Я был на последнем его дне рождения, буквально за сутки до смерти. Я всегда видел, у его постели сидели сотрудники. И он, знаете, он с нами выпил по рюмке коньяка. Он привстал, прикрытый одеялом, смеялся. Тост говорил за институт, за сотрудников, за то, чтобы дело продолжалось. Давайте выпьем за наш институт. Сам институт называется институтом Бураковского. А тот институт старый, старое здание на Ленинском проспекте, они там занимаются сосудами, по-моему, в основном. И вот эти два института, они и называются Бакулевским центром. Владимир Иванович назначил Бакерия. Он не хотел, чтобы кого-то дали из Минздрава, как это хотели сделать. И поэтому он назначил Бакерия. Бакерия был его учеником,
он пришел к нему после института очень молодым. Учеников. Его заслуга, наверное, больше, чем та, что он, чем те операции, которые он делал лично. Поскольку память человека остается не только в том, что сделал он, сколько сделали те, которых он привел за собой, то дело, которое он организовал. Вот, конечно, сделать сердечко здоровым мы не можем ребенку, но оно приобретает такие свойства, при которых может работать длительно. 40 лет это уже массовый объем оперируют такие детишки. И результат хороший. Рекомендую вам подглядывать в интернете на позитивные реакции родителей. Вот. И на неплохие перспективы. Ну, вообще смертность какова? Смертность есть. При операциях не очень большая. Менее 5%. За то, что институт существует до сих пор и продолжает спасать жизнь людям, ты и есть лучший памятник Бураковскому, который он мог себе сделать. То дело, которое он организовал, живет и детям, людям продолжает спасать жизни. Каждый год, каждый день.